и сердце жизнь. То, что давно ушла, замереть от усталых ран, одурачить боль от души, одежду сменить на соблазн. И дышать, и дышать, и дышать, и дышать, и дышать. Жить, 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 на бегу. Вот это значит жить.
Здесь это я спасла. Здесь маленький ёмчик. Какой? Ну, этот вот, который там в конце. Понятно. Это соседи со второго этажа, ничего? Третьего. Третьего? Третьего, мне кажется, ничего, а вот второго... А мы на каком сейчас этаже находимся? Третьего. На третьем. Так значит, со второго? Они же под нами живут. И наверху живут. И наверху живут. Не знаю. Ну что? По последней. И в школу не пойдем. И в школу не пойдем. Не дышит небо? Да. Не дышит небо. Не обессудь. Вот такая, знаешь, такое пошло уже у меня в голове. Гурченко. Не дышит небо. Не обессудь. Я так давно не видел маму. Это что, Гурченко, да? Я так давно не видел маму. Мне тоже кажется, не одна. Это ножки. Не-не-не, она целая. Чувствую ножку у себя на ножке. Вот такая маленькая. Размером меряется. Все равно у меня больше. А немножко больше. Итак, друзья, что-то творится вообще. Не дышит небо.
Давайте, если как бы, если бис, то сделаем маленький рок-концерт, окей? Ура! Да, немножко встанем и изобразим безобразие. А если не против? Да ради бога. Вот это я понимаю. Ну, эту песню вы уже сегодня слышали. Так как мы сыграли все, сыграем вам еще раз на бис. Можно там стулья немножко отодвинуть и сделать на два шага. Просто чтобы вам было удобно, и все, кто там стоит в проходе, идите сюда. Два шага вперед. В сторону стулья. Будем делать и хлопать в ладоши. Но сначала... Вот, тут. Зачем? Чуть-чуть ближе. Да, идите сюда ближе, и все, кто там, заходите сюда. Это последняя песня? Нет, ребят, просто стесняются. Сделайте вот так вот. Шаг вперед. Молодцы! Я иду по берегу, пей, берегу, пей, берегу.
Да, хочешь поставить, а?